большой тест-драйв представляет, дамы и господа, Kia Sportage или Kia Sportage 2016 года. Дорогие друзья, итак, пока вы смотрели красочные клипы от Дмитрия Альникова, пошел дождь. Это слезы конкурентов, которые падают на новый Kia Sportage. Так плачут менеджеры по продажам в автосалонах Toyota. Да. Значит, в каких автосалонах еще? Nissan, Volkswagen, Renault и в автосалонах Ford. Да, потому что это реально новая тема, парни. И, конечно, главное, что случилось с этим автомобилем. Кстати, вы можете видеть, что случилось с этим автомобилем. Иди сюда, сынок. Покажи, Сень. Вот предыдущий Kia Sportage или Sportage. Да, найдите 10 отличий. Сень, а теперь новый. Да, теперь новый. И, ребята, когда вы смотрите рекламное видео про этот автомобиль по всем телеканалам, вы обращаете внимание на то, что машина вам как-то не очень сильно нравится, да? Потому что... Кто тебе сказал такое? Это я себе сказал. Потому что с какого бы угла вы и даже вот сейчас не сняли эту машину, ее 3D-дизайн настолько разношерстный и, в общем-то, противоречивый, но в то же время модный. И вот эти фары накладные, которые лежат прямо, грубо говоря, на капоте, да, и отсылают нас мысленно к компании Porsche. И к автомобилю, как минимум, Porsche Macan, а может быть, даже и к автомобилю Porsche Cayenne последней генерации. И к автомобилю, который ушел с нашего рынка, Subaru Tribeca. Если сделать вот так, на самом деле, чтобы вы понимали, что этот автомобиль нарисован настоящим немцем. Так. Вот смотрите, вот я вам закрою вот так. Так. А чем не Porsche Macan? Да. Да, чуть-чуть поработать с решеткой радиатора, правильно? Да с ней поработали, брат. Убрать вот этот шильдик, и перед вами премиальный немецкий, получается, кроссовер спортивный. Да, ну давайте так, с боковой линии произошло меньше чудес. Показывай, Сень. Ну, то есть, как бы их вообще, в принципе, не произошло. Ну, в принципе, если посмотреть действительно на боковую линию предыдущего автомобиля, в предыдущем кузове, вот боковая линия осталась практически прежней, поработали немножко со стойкой, да, для того, чтобы улучшить обзорность. Мне понравилось, что в этой машине была попытка сделать плечо а-ля гольф. Да, но только вот после заднего фонаря как бы линия плеча, она как бы растворилась в общих, так сказать, разводах. Сень, обязательно надо показать задние фонари. Конечно, конечно. А мне так на самом деле и головная оптика, и задние фонари стали гораздо интереснее, гораздо современнее. Появилась, вот посмотрите, да, вот эта такая псевдонакладочка, выштамповка глубокая, ниша, в которой находится номер. Ну и самый главный прикол, парни. Теперь для того, чтобы открыть багажник, не нужно, как у конкурентов, елозить ногой, водить ногой под бампером. А что надо? Просто стоять, как Серега, встань. А у меня нет ключа. А где ключ? Не знаю. Сейчас, секундочку. В этом есть отличие большого тест-драйва. Все эти доморощенные автообзорщики готовятся, пишут все сценарии, заучивают текст. Ну давай. Ну вот я стою. И что?
Наверное, машина должна быть закрыта. Хорошо, закрыл. Так. Может, выключить огни? Нет, не надо. Долго стоять. Что-то фокуса не происходит, магии нету. А ты делал так? Нет, не делал. А где ты прочел? В инструкции. Дебил, в инструкции. Не, ну выключите, выключите, реально, выключите свет, выключите. Ну, хорошо, все откройте работает. Дверь. Значит, откройте дверь. Открываю дверь. Багажник вырос ненамного, порядка 490 с копейками литров, ну практически закройте. 500. Теперь отбеги, беги, еще, беги, теперь беги обратно. Давай, 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 сынок. Ну, давай, показывай. Ну, что ты держишь в руках, как будто у тебя пенис искусственный. Ну. Женщину надо, автомобиль-то, безусловно, женщина, ее надо лаской ублажить сначала, объясните. Ну, Сим-Сим, откройся. Короче, Сим-Сим не открывается, ладно. Короче, брат, что-то ты начитался какой-то херни. Значит, инструкция по применению не действует. Здесь у нас масло. Ясно. Для нашей рубрики «Бывшие в употреблении». Так что, ребята, если хотите стать главным героем, пишите pr@btdrive.ru. Залазь в кузовок, сынок. Оп. Ой. Ну, совсем не намного, как я уже и говорил, подрос сам багажник. Ну, давай, ты поупорядочься. Вот, вот, пожалуйста. Так, отлично. Закрывайте. Прощай, товарищ. Прекрасно. Ну, давайте выпустим это животное. Выходи. Кстати, ты зачем вы оскорбляете меня? А ты слышал? Да, вы сказали, вытащим это животное. Ну, я сказал правду. В габаритах изменения произошли небольшие. Плюс 4 сантиметра в длину, плюс 3 сантиметра в высоту. Садись. Значит, все это по заверению инженеров и конструкторов добавило несколько лишних миллиметров. Миллиметров? Да, миллиметров пространства задним пассажирам, заднего дивана. Но посмотрите, появилась вот эта накладка. Это да? Audi Style. Да, Audi Style. Слушайте, Питер Шрайер, такое ощущение, что он затаил какую-то обиду на концерн. Может, Audi. Ему не выплатили бонус отступные? Наверняка. Ну, посмотрите, значит, и это у нас кроссовер. Понятное дело, что он стоит не как массовый автомобиль, но в целом, вот, пожалуйста. Вы покажите, кстати, нам углы наклона, да, вы насчитали, кстати, 7 штук. Да-да-да, и, кстати говоря, задний диван расположен, как мне показалось, чуть ниже, чем в предыдущем поколении. Как вам показалось? Да, ну вот, пожалуйста, раз, так, два, так, три, проходим стадию сколиоза. Четыре, а может, вот тут еще есть? Может, 7, да, все-таки? Раз. Как вы 7 сказали? Не, ну есть, есть. Тут просто надо щелкать. Ну, у вас не настолько тонкие пальцы, правильно? Да, не настолько тонкие пальцы. Нет, зато у нас есть подогрев заднего дивана двухзонный. Не в каждом автомобиле в этом классе можно встретить подогрев. И нет у нас регулировки по вылету, да, по продольной регулировке зато заднего дивана. Зато у нас есть штатная тонировка, у нас есть стеклянная крыша. Так, да, ну, хрена всего то, есть. То, как автомобиль выглядит внутри, мы обязательно вам покажем, буквально через несколько минут. Ну что, и еще... Как выглядит двигатель, вас тоже это очень сильно интересует. Конечно, конечно. А диски вот вам раньше не нравились такие, теперь нравятся? Диски? Так, вот первый минус, давайте считать минусы. Первый минус, крышку капота приходится придерживать в ручном режиме, да? Да, для того, чтобы поднять. А конкретно на нашем тесте сегодня автомобиль с дизельным мотором мощностью 185 лошадиных сил. Это двухлитровая четверка, турбированная. Значит, помимо нее на рынок поставляется еще стоковый двухлитровый 150-сильный мотор атмосферный. И в комплектации GT Line будет доступен мотор 1.6 турбо, ну, тот, который был нам знаком по Kia Ceed, турбированный, да, мотор этот, и по Tucson. Вопрос сразу. Да. Вопрос. Вот люди говорят, они сразу пишут в комментариях. Скажите, да. Вот таджик, он готовится к программе. Скажи, да. Как ты готовишься к программе? Ну, за неделю до выпуска, до записи я начинаю читать материал. Да, разучивать, потому что с памятью у меня плохо. Так. Атеросклероз, сосуды 70-летнего старика. Кстати, такой диагноз поставили мне совсем. Проверьте недавно. Ваши сосуды. Да. Приходится за неделю, вот представляете, вот выписывать, читать, заучивать, зубрить, повторять постоянно всю эту информацию техническую, потому что в Сереге в голове вообще ничего не держится. Вот, в принципе, как только мы закончим снимать наш выпуск, эта информация моментально просто исчезнет. Нет, я даже не буду помнить, что эта машина была у нас на тесте. Да. Значит, хочу обратить внимание, у нас не топовая комплектация. В комплектации GT Line у вас здесь будут светодиоды, 4 светодиода таких, которые были у нас, опять же, в Kia Ceed.
Ну, помнишь, да, вот это решение, тогда эта тачка будет... Ну, там процентов... больше хрома. Да, больше хрома. Вот здесь накладочка у вас хромированная будет сзади. Короче, и эта тачка будет вообще процентов на 70 повторять, да, ну, как бы стайл Porsche Macan. Porsche стайл, так и говорит. Porsche стайл. А какой дорогой цвет Tobacco? А? Да не, очень неплохо выглядит тачка. А что со светом? Ты же ночью ездишь. Свет шикарный. Свет шикарный. Свет шикарный. Никаких вопросов к свету. Отличная динамика, кстати говоря. А к свете есть вопросы? К свете? И к свете, ну, кто? Давай так, к одной из свет. Есть вопросы. Есть вопросы. Ну все, в салон, парни. Да, в какой салон? В кабину. Ну, в кабину, хорошо. Дамы и господа, леди и джентльмены, добро пожаловать в новую реальность. Я бы сказал так, inspired by Porsche. Переведи. Вдохновлено Porsche, потому что мы уже с вами в старшем брате модельного ряда Kia. Sorento Prime. Kia Sorento Prime, у которого появилась наконец раздвижная сидушка. А, к сожалению, в нашем Kia Sportage как бы раздвижной сидушки не появилось. То есть она стабильная и, честно говоря, немножко задранная кверху. Мы еще раз обращаем внимание корейских автопроизводителей. Ребята, которые вы... внимательно смотрят, да, большой тест-драйв. Да, когда вы разворачиваете, грубо говоря, водительскую часть торпеду на водителя. Как в BMW. Когда вы обращаете на него дефлекторы этого центрального, так сказать, воздуховодного узла, вы вот понимаете... Это нормально. Ты сейчас, да, завернул. Вы понимаете? Центральный воздуховодный узел. ЦВУ. Когда вы разворачиваете ЦВУ на водителя, опустите немножко сидушку вниз, дайте водителю почувствовать себя пилотом очень спортивного, действительно, не только по названию, но и по динамическим настройкам трансмиссии двигателя аппарата. Потому что с точки зрения интерьера и его дизайна, это спорт. Да, ну, как бы все говорит, вот, что это спорт. Высокая, да, вот эта вот грань, соответственно, грань остро отточенная. Торпедо, да, которая идет вверх. Причем, ребят, посмотрите, вот здесь мягкий пластик. Вот здесь твердый пластик, но они подобрали текстуру и фактуру, и все это вот такой один ансамбль. Да. Значит, посмотрите, в топовых комплектациях доступна прострочка пластика нитью. Да. Пластиковый, интересно, это или натуральный? Это создает не то чтобы иллюзию, а гармоничное ощущение большой стоимости этого автомобиля. Да, значит, посмотрите, здесь вот у нас центральный блок управления климат-контролем, да, и мультимедиа-системой. У нас, значит, мультимедиа-система топовой комплектации, JBL, в принципе. Как говорят знатоки, JBL. JBL — неплохой звук. Очень неплохой, значит, звук. Значит, что у нас есть? Вы посмотрите, для автомобиля, который позиционируется все-таки, да, как middle-class. Middle-class. Есть обдув, обдув, понятное дело, подогрев, есть, да, подогрев руля, да, но... Но очень плохо, что, к сожалению, в Россию ни одна из комплектаций, поставляемых Kia Sportage, не комплектуется знаменитыми уже у корейских... Нитками. Да, у производителей ниток в лобовом стекле. И нет ни единой комплектации с этой опцией. Это очень плохо, потому что, напомню нашим дорогим товарищам корейцам, в России бывает не то чтобы суровые зимы. Зимой, на самом деле, это даже не нужно. А вот в межсезонье, когда у вас за ночь температура резко падает при большой влажности... На лобовом стекле образуется, особенно при сильном ветре, корка ледяная. И пока ты дождешься, пока нагреется, извините меня, значит, водища, ну не водища, а охлаждающая жидкость в системе двигателя дизеля, да, пока она нагреется, пока начнет тут теплый воздух оттаивать ваше лобовое стекло, пока вы начнете скрипсти, да еще и, например, на сильном ветру, конечно, без подогрева нитками обойтись сложно. Хотя мне, знаете, рассказали тут новое хау. Ноу-хау. Новое хау. О! Короче, ЦВУ, а, знаешь, что люди, хау, люди устанавливают для таких людей, у которых нет ниток, а автономный подогрев бачка омывателя? Я, к сожалению, не спросил, почем это удовольствие, но я думаю, 1020. Ребят, напишите в комментариях к этому, короче, видео. Короче, эта штука греет воду, ну, в бачке омывателя. И ты прыскаешь на стекло уже теплой водой. Ага. Единственное, что у меня возникает вопрос, что если, например, стекло охлаждено до минус 30, а ты нагрел эту воду хотя бы до плюс 5, то вот этот контраст температур, мне кажется, может привести к трещинам. Хотя человек, который мне об этом рассказывал с гордостью, именно в официальном дилере, правда, кстати, не Kia, а конкурирующего, так сказать, предприятия, он мне сказал: да не, ничего не треснет.
знаешь, про задницу тоже говорят, не треснет. Жопа не треснет, а она трескается, и потом в метро заходишь, а там объявление, а безоперативное лечение трещин. Да. Просто наш сорежиссер Дмитрий Аликов попросил нас сжечь и шутить. А что побольше может? Жогова, он сказал, парни. Да, да. Что у нас есть, значит? Два сразу, смотрите, два источника 12-вольтовых, да. Есть у нас AUX USB, тут здесь пусто. Нет. Значит, у нас хорошая комплектация, у нас полноприводная версия, правильно? Поэтому да. Есть даже блокировочки. Самая удобная кнопка, которую можно себе представить в автомобиле, который позиционируется еще и как городской автомобиль, это автохолд. Да. Параллельная, да, у нас парковка? Или, да, и параллельная, и, господи. Ну, как вы называете это слово? Вот какая? Парковка? Параллельная. И перпендикулярная. Будет? Как? Перпендикулярная. Ёмана. Так вот, мы еще начали. Погоди, мы на все это обратили внимание. Ребят, самое-то первое, что бросается в глаза. Порше обратно. Значит, мы снаружи обратили внимание уже на оптику, да, на переднюю, как она расположена. И, конечно, вот эти воздуховоды, они не в точности повторяют, конечно, рисунок, то, что у Porsche Cayenne в салоне, да, но именно идеология вокруг экрана расположения, да, мультимедийного, и вертикальные вот эти вот воздуховоды, дефлекторы, да? Вот если вы сядете в свежий Porsche, вы увидите там точно такое же решение. Ну, в принципе, если вот закрыть вот так и вот так вот сень, то это очень похоже на немца. Более того, вот эта часть, да. Вот видите, вот вынесенная... Ну, получается, чтобы как-то отделиться, да, от пассажира. Да, вот эта вынесенная правая часть торпеду, да, и вот этого центрального тоннеля, это очень на Lexus на тот же самый, да, они выделяют. Ну, вот эту... Асимметрия. Асимметрия и части, которые имеют отношение, ну, к водителю. Нет, к Lexus больше вот это вот висячие это. Сады, многоуровневые, да, как да, бы да. Вот эти вот, да. Короче, но... всего понемножку понахватали, но сделали это, ну, такая работа проведена достойная, ребят. Правда. Значит, у нас панорамная крыша. Не знаю, насколько она вот функциональна и нужна вам. Очешник. Что у нас здесь еще из каких-то фантастических таких наворотов есть? А, ну и включи, включи. Давайте включим, посмотрим, Сеня, как графику. Будет работать у нас графика. Вот у нас проверка системы. Мы как бы всегда мне нравится. Отсканировали сами себя. Да, и если включить мультимедиа-систему, выключаем мы аудио. Ребят, обращу ваше внимание, так. Ну, помимо Bluetooth там и всего все остального, дела. Да, все дела, ну, вот сюда мы, вот в настройке есть, вот представляете, раздача, даже уже в автомобилях такого класса появилась возможность через сим-карту, да, раздавать, я не знаю, куда они ее засунули, раздавать, в общем, этот, как его, Wi-Fi. Для пассажиров, не знаю, насколько он водителю интересен. Но здесь все на своем месте. Единственное, выведены температурные показатели на центральный вот этот блок мультимедиа-системы. Может быть, не очень удобно. Да, ребят, потому, что... и снова я заостряю внимание на мелочь, потому что мы стремимся к тому, чтобы автомобили становились лучше. Да. И в отличие от некоторых представителей официальных автопроизводителей, которые считают, что наша задача залажать автомобили, или это наоборот вылезать. Это неправильно. Мы указываем на недостатки, которые имеют практическое значение для пользователей с большой родословной и с большим пробегом в сутки. Так вот, мне опять же, как и в Kia Sorento, Сеня, покажи центральный дисплей, не хватает часов. Потому что когда вы выключаете магнитолу, у вас, соответственно, гаснет режим показа часов. Есть, должен быть. Нету? Есть, должен. Мы просто не нашли, покажи. Наверх. Покажи. Но в любом случае, я привык смотреть на приборы. И когда я еду, мне нужна какая информация? Понятно, мне нужно знать, какой у меня есть остаток по топливу, да? Вот у меня полная информация, Сеня, покажи. Вот у меня 107 километров осталось, у меня есть средний расход. Все нормально, температура за бортом, ну, общий ну, пробег. Вот, вот, посмотрите, есть, ну, есть, да, можно нет, ну, настроить. Выключи. А, есть, да? Есть, есть. Но это в настройках. Хорошо, но мне все равно не хватает еще вот здесь часов не центральных, а часов вот здесь. Я люблю... Ты смотришь туда. Да, я же еду и смотрю туда, получается... А вы смотрите сюда. Ну, хорошо. Для вас же развернули торпеду. Короче, ну что из кайфов здесь еще есть? Я не знаю. Ну, все остальное, наверное, все остальные ощущения уже в движении, да? Хорошие зеркала. Да, стойки, стойки. Несмотря на то, что кажется, что кузов этого автомобиля практически идентичен предыдущей версии,
части, да, тем не менее стойки изменили немножко свой угол, свою ширину и не заслоняют движение, да, обзор во время движения, как было прежде. Ну, посмотрите, у нас здесь есть место для беспроводной зарядки вашего Android-смартфона. Но это не Android-смартфон. Это не Android-смартфон, к сожалению, да. Да, чувствуешь себя ущербным человеком. Эй, вот. Apple, сделайте нам возможность Apple. Заряжаться. Apple. Так, ну что? Ну, давайте проедемся и посмотрим на характерные особенности движения этой тачки, потому что у нас машина не в внешнем обвесе GT. Но GT-Line. Зато у нас есть все навороты в плане новейших электронных приколов, и типа, например, удержания в полосе. И, ребята, эта система в этой тачке работает круче, чем в любой другой, оснащенной такой же системой. Давайте посмотрим. Ну, ребятушки, что касается ходовых характеристик этой тачки, то надо сказать, что проехав на этом автомобиле порядка 500 километров, я четко понимаю, что флагманом у Kia по тонкости технических настроек является Kia Optima, да, которую мы очень сильно хвалили. В комплектации GT. GT, да. С адаптивными амортизаторами. Ароматизаторами, да, и амортизаторами. Да, хорошие действительно настройки. Здесь все-таки пошли по пути некоторого удешевления. Чуть погрубее все. Да, именно грубее, даже не жестче, а грубее. Тем не менее, очень хорошая трансмиссия. Очень хороший мотор, да, достаточно экономичный. Вот Иваныч, который любит гонять, у него 8,5 всего, да? Это реальное достижение для корейского автомобилестроения и двигателестроения, да, потому что, несмотря на то, что у корейцев давным-давно уже, да, под капотом можно было встретить дизельные моторы, они были очень прожорливыми. Это было проблемой. Да. Да, значит, ребята, что хочется еще о чем сказать. Действительно, наверное, когда много проводишь время за рулем, чувствуешь, что как-то хочется чуть-чуть подлиннее сидушку. Ну, чтобы комфортнее просто себя чувствовать. Да, наверное. На дальних расстояниях. Опять же, благодаря спортивному характеру, по-настоящему спортивному характеру этой машины, хочется сидеть чуть ниже. Но в комплектации вот с прозрачной крышей проблем с тем, как разместить башку, в принципе, нет, да? То есть это такая субъективная история. Очень хорошая тема в этой машине, именно в этой комплектации, значит, контроль движения по полосам. Я сейчас встану во второй ряд. Уберите руки, да, с руля. И уберу руки. Значит, вот мои руки. Вот его руки. Вот его мои рука. Руки. Вот его. Рот, вот рука. Вот рука. Рука. Вот она. Держи рука. Ее. Давай, мы можем заниматься армрестлингом. Вот прям. Ну, вообще, прям. Мы можем заниматься чем угодно. Я даже нет, могу. Да. У меня есть пару занятий, которым я могу посмотреть. Вот мы пытаемся съехать. Нет. Так, и мы съехали. А о чем мы съехали? Это маленький скорс. Надо еще раз в другом еще месте. Раз, хорошо, в другом месте попробуем. Короче, парни, действительно, очень тонко. Причем, несмотря на то, что на многих наших трассах, да, как факт, отсутствует, ну, вот, разметка. Ну, то есть, она в плохом состоянии находится. Несмотря на это, автомобиль удерживается. Он как бы домысливает эту разметку. Домысливает, да, что вот здесь надо было. Он сам рисует ее и сам по ней идет. У меня лично одна претензия есть к этой тачке. Значит, про стоимость этого автомобиля мы поговорим чуть позже. Это шумоизоляция. Серега просто любит музыку слушать в дороге. Я люблю тишину. И, честно говоря, удручает, вот правда, тот шум, который вы слышите. В Москве последние дни идут дожди. Да, и вот эта вода, которая бьет просто в днище, вода в арках, ну, правда. И самое главное, вам что ты... Вам в днище когда-нибудь била вода? Нет, нет, вот слава богу, нет, да, била. Но самое главное, что ты слышишь... Что-то мы уезжаем куда-то, может, включить надо. Значит, ребят, что ты слышишь звуки окружающей действительности и других автомобилей. Черт его знает. Надо включить, наверное, просто. Я вроде включаю. И что, не включается? Ну, что-то ты сломал, наверное, просто. Ну, что-то я ударило что где-то в днище тебе. Ну, может быть. И перерубилось. Короче, поверьте нам на слово. Не-не-не, поверьте. Работает. Сейчас надо посмотреть, как работает. Как работает? Мне кажется, на скоростях от 200 км в час. Значит, что касается конкурентов. Как мне кажется, один из самых главных конкурентов – это одноплатформенник, да? И собрат по концерну, старший брат – это Hyundai Tucson, который был у нас на тесте. Но он, ребят, внутри, если мы говорим про интерьер, беднее, дешевле. Ну, он больше похож на Toyota RAV4, вот внутри. Да, идеологически. Здесь... Но Toyota еще больше, да, бедная, еще более, да, бедная. Эта тачка больше похожа, как мне кажется, уже на немца. Причем у нас была же возможность протестировать Tiguan.
Я не могу сказать, что это похоже на Тигуан, но в принципе это вот все-таки благородный европеец. Несмотря на то, что Nissan Qashqai и еще один из конкурентов создан в Европе, он тоже выглядит гораздо, ну, беднее, проще и, ну, бюджетнее. Здесь все-таки, вот, наверное, корейцы бьют именно, как Серега правильно, значит, делает выводы, наблюдая за эволюцией корейского производителя, бьют в премиальную немецкую марку. Такую, которая является Porsche. Так, бьют давайте. В марку. Давайте. Бьют в Porsche. Надо разогнаться. Ну, давайте разгоняемся. Давайте разгоняемся. Давайте разгоняемся. 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 Так мы и разгоняемся, а наша кар-сопровождение не разгоняется. Не разгоняется. Ну, хорошо, давайте. Давайте попробуем давайте еще попробуем. Раз. Попробуем. Во. Нет? Да. Вот, пошло. О, ручки, ручки. Вот. Все, играем вот в это. В армрестлинг. Давай, кто кого. Короче, вы можете чем угодно заниматься. Разговаривать, общаться, смотреть. Вот, видишь, он сигнализирует, что держи руки. Рук нет на руле, да? Держи руки. И после этого выключается. Нет, не выключается. Выключается. А? Выключается. Выключается. Включается, правильно. Одна, грубо говоря, попытка. Ну, несколько, я думаю, попыток. Несколько, наверняка. А, слушайте, вот мы выехали здесь, в районе Ходынского поля. Ну, просто через, не знаю, через светофор встречаются в старом кузове. Один из самых популярных, кстати говоря, автомобилей в модельной линейке Kia. В целом, внутри бренда, да, потому что порядка 30% продаж приходится именно на этот автомобиль. Осторожнее, осторожнее. Не, ну, нужна скорость, это более 60 км в час, я так понимаю. Короче, работает, показали. Работает, хорошо, на большой скорости очень удобная тема. Вы идете по трассе, немножко отвлеклись, немножко поиграли в го, там или не знаю. В маджонг, в нарды. В маджонг, вы во что, в стрип-покер. В стрип-покер, да, в принципе, отличная игра, кстати. Немножко стрип-покер. Ребят, что касается внедорожных характеристик, да, значит, ну, у нас не было возможности с Серегой проверить, потому что все-таки практически лето в Москве и в московском регионе. Но в целом, как и большинство кроссоверов, да, с внедорожными возможностями, я думаю, что, во-первых, ребят, клиренс у этого автомобиля такой же практически, как и у «Лады Весты». Значит, действительно, очень ровное дно, очень ровное дно. И вот, ну, в это днище бьет вода. Ну, залезть в песок, ну, в какую-то грязь. Наверняка, да, вас этот полный привод вытащит. Но более серьезное бездорожье, ребят, для более серьезного бездорожья есть более серьезные автомобили. А так, Москва, крупные города, правильно? Комфортный автомобиль для езды как за городом, так и внутри мегаполиса. Давайте попробуем еще раз. Да что ж вы пристали-то с этой функцией-то, а? Я хочу, ну, вот испробовать эту функцию. Не подруливают. Не подруливают? Вот сейчас не подруливают. Ну как мы точно едем посередине? Не подруливают? Не подруливают. Ну, маленькая скорость. Надо было где-то 200 давануть, и тогда подрулило бы все нормально. Да, ребята? Да. Ну, что вам есть еще сказать? Вы-то 500 километров проехали, я порядка там 200 километров проехал за рулем этого автомобиля. Ну, это... Места маловато немножко для детей, если вы устанавливаете кресло для маленького ребенка, да, если он не в бустере сидит, а именно в кресле. Для тех, кто в гипсе, бьется... мало места. Ребят, он начинает биться своими ногами вот в пассажирское. Да, автомобиль, который привлекает внимание других участников дорожного движения, автомобиль, который пользуется популярностью. Не могу сказать, что эта тачка исключительно ориентирована там на женщин или на мужчин. Это унисекс, классический, гамма цветов хорошая. Но не правильно? В том смысле, что унисекс и вашим, и нашим. Да. Это не та тема, ребята. Это значит, что пацану не стыдно сесть, и женщине приятно. Что касается трансмиссии, да, про моторы мы уже сказали. Есть и механика, есть и классический автомат, есть и, робот с двумя сцеплениями, который устанавливается в паре с турбированным бензиновым мотором 1.6. Вот как он работает, пока отзывов глобальных ни в сети, ни у эксплуатантов мы не нашли. Что за эксплуатанты? Ну, люди, которые купили... Я знаю только импланты. Нет, эксплуатанты, но люди, которые купили эту тачку... Я знаю импланты и эксплуататоры. Да? Да, что-то какая-то... Эксплуататоры? Да, что-то тема какая-то странная, стрёмная. Хорошо. Пару слов о стоимости этого автомобиля, правильно? Да. Это ведь самое главное. Значит, я тут столкнулся вот с какой штукой, парни. А когда я беру машину на тест, ну, Иваныч точно так же, я беру ключи и техпаспорт. Кстати, по техпаспорту, как наши гаишники любят это, значит, делать такие откровения маленькие, машина у нас оказывается коричневого цвета. И с этим, честно говоря, не поспоришь. Хотя в
каталогах многих автопроизводителей этот цвет называется табак или тобакко. Так вот, значит, захожу, значит, на ладоник, звоню в ближайший дилерский центр Kia и спрашиваю, мол, а сколько у вас стоит вот такая-такая машина в такой-то комплектации примерно, да, какая цена? Они мне называют цену, да, но говорят, но надо 4 недели подождать, у нас сейчас в наличии тачки нет. И вот, пацаны, оказывается, что дожили мы до тех времен. Наконец-то. Да, когда появился сервис, благодаря которому не надо обзванивать все эти дилерские центры и узнавать, у кого, блин, из них есть такая машина, какая мне нужна, да? Ну, например, мне нужна цвета табаку. Так, как у нас. С автоматом дизель, но без люка. Например, вот я, например, считаю лишним иметь люк, правильно? Ребят, запоминайте, автоспот.ру. Значит, самые актуальные автомобили, самые актуальные предложения. 15 тысяч автомобилей прямо сейчас доступны для вас. Актуальная информация от 130 московских дилеров. Более 20 брендов представлены. И чем этот сервис отличается выгодно от всего того, что вы видите в интернете, когда вы ищете автомобиль конкретно для себя? Во-первых, никаких левых предложений. Ребята, в Москве... В последнее время зафиксированы так называемые левые дилеры. Что за мошенники? Значит, у них офис в приличном месте. Они берут, грубо говоря, на продажу машину у официального дилера, толкают его лоху, а потом оказывается, что по документам лох-то не купил машину, хотя он передал деньги этим серым дилерам, а угнал ее. И в Москве вот буквально 2 недели назад крупное дело, там изъяты десятки дорогих автомобилей, которые... Попался даже директор одного очень популярного эстрадного певца. Да, потому что это типа серое дилерство. То есть формально это выглядит как посредничество, а на практике бабки за машину не передаются туда, куда надо. От этого, конечно, хочется быть избавленным, правильно? Короче, заходите на сайт автоспот.ру. Мы вот прямо сейчас это сделали, показываю вам. Здесь на данный момент 169 автомобилей Kia Sportage, которые нас интересуют. Минимальная стоимость, заявленная на сайте, от 1 224 900 рублей. Находим, значит, салоны, которые представлены. Ирбис, Автогермес, Фаворит Моторс, Мейджор. Дальше находим нашу комплектацию, правильно, премиум, с дизельным мотором, 185 лошадиных сил. И цена от 2 миллионов, внимание, 9 тысяч рублей. 2 миллионов 9 тысяч рублей. Да. Ребят, значит, разброс цен, опять же, вот буквально несколько слов на Kia Sportage. От 1 200 000 до 2 миллионов, да, в топовых комплектациях. Что касается автоспот.ру, значит, все это вам жутко экономит время и нервы, да, потому что вы в одном месте получаете все те предложения, которые у вас есть, правильно? Значит, плохо разбираетесь в этих предложениях, позвоните, собственно говоря, в клиентский сервис, вам все объяснят. Вам не нужно, значит, объезжать и обзванивать это огромное количество салонов, которые представляют свои предложения, правильно? Да, если там в 5 салонах вам сказали, что машина будет через месяц, то в остальных вам могут сказать: ребята, есть на складе, приезжайте. Короче, автоспот.ру. Автоспот.ру. Вот вы видите сейчас ссылку автоспот.ру. И главное, парни, для вас это абсолютно бесплатная тема. Так что никаких разговоров, что кто-то на вас наваривает, наяривает, такого нет. Короче, либо вы отправляетесь в автосалон, в конкретный автосалон, за конкретным автомобилем, либо вам предоставляют несколько предложений от нескольких автосалонов, и вы сами выбираете необходимый, интересный вам автомобиль. Правильно? Короче, парни, база постоянно обновляется. Если нужен новый автомобиль в Москве 20 брендов, да, один из 20 брендов, 15 тысяч автомобилей уже загружен. В наличии, да, со всеми деталями комплектации. И с вином самое главное. Да, то есть конкретные машины, не просто какие могут быть, да, и с теми ценами, которые могут быть представительными. Слушай, кстати говоря, со всеми специальными предложениями и по трейд-ину, и по кредитованию, и по специальным акциям, которые и дилер предоставляет, и бренд. В общем, обо всем об этом узнавайте на автоспот.ру. Автоспот.ру, чуваки. А нам осталось доехать до нашей точки, правильно, и спросить девчонок, что они думают о новом Kia Sportage 2016 года. Потому что нам он года, да? А девки? Вот вы выяснили. Девки, они ведь, кстати, у них свой какой-то вот способ размышления о жизни, да? Да, у них свой магнит. Здрасте, девочки. Можно вам пару вопросов задать? Здравствуйте, девочки. Здрасте. Можно вам пару вопросов задать про автомобиль? Про автомобиль. Мы не ездим на автомобиль.
А это не надо, нам главное, чтобы вы сердцем чуяли, девчонки. Сердце у нас. Две минуты уделите нам, хорошо? Две. Честно. Две. Вы как-то меня странно блокировали. Не, мы вас не блокируем. Хорошо. 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 Вы странно меня блокировали, сказала она. Мне обычно так говорят, когда я как-то случайно не туда попал. Вы странно меня заблокировали, Сергей? Ну, например, вы странно блокируете мое дыхание, например. Хорошо, ладно. Брат, ты ошибся в этих тёлках. Согласен, будем искать других женщин. Сколько вас тебе? Как зовут? Полина. Полина? Да. Это очень красивое имя. Полиночка, а сколько вам лет? 19. Отлично, это еще лучше. Полина, а в вашей семье есть машина? Да, конечно. Какая? Ну, у мамы Hyundai. А у папы? А у папы Nissan. А у папы Nissan. Душа моя, смотри, а мы сегодня вот тестируем вот этот коричневый автомобиль. Давай вот отсюда посмотрим. Узнаешь, что за марка? Да, Kia. Kia? А модель, понимаешь, какая это? Ну, нет, не особо. Ну, что это такое? Это джип или что это? Ну, наверное, да. А как на что-то похоже? Ну, похоже на джип, да. Да? А как ты думаешь, это все-таки, вот пойдем сбоку посмотрим чуть-чуть. Это для девочек, для мальчиков, для кого это? Ну, не знаю, универсальная модель вроде как. Семейная? Да, семейная. По возрасту для какого человека ну, это? Ну да, и более же семейная. По возрасту для кого? По возрасту, не знаю, лет, наверное, 30. От 30, да? Ну а стоит, как ты думаешь, вот такая машина не меньше скольки? Ну, по ощущениям. Не знаю даже. Ну? Ну, наверное... Минимум? Ну... Ну, рубля. Ну, около 2 миллионов. Молодец. 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 Прям скажи, яблочко. Пожалуйста, а вот если бы, например, рядом с тобой остановилась такая машина, да? И оттуда бы высунулся парень, ну, не такой, как мы, обсосы, а нормальный, там, загорелый, с пробором. Вот, ты бы согласился бы с ним познакомиться или сказал бы, что он ездит на дерьме? Перспективный вот жених на такой машине? Ну, я бы не сказала, не что перспективный. Прям перспективный. То есть но... это закат. Ну, я считаю, что машина не так важна. Конечно, не так важна, как ее стоимость. Сколько мужик должен получать, ну, молодой человек в Москве, чтобы, ну, вот, содержать молодую семью? Чтобы представлять интерес семейной жизни. Не раз-два и разбежались, а вот чтобы жить вместе. Надолго. Сколько должен зарабатывать? Да, сегодня вот в Москве. Жених. Месяц. Ну, я не знаю, честно говоря. Ну, минимум. Трудный вопрос. Детка, наверное, больше 200 тысяч это точно. Отлично. А у тебя есть молодой человек? Нет. А давай мы тебя найдем. У нас 700 с лишним тысяч подписчиков. Давайте. Давайте? Ну, отлично. Полина, детка, найди.ру. Шутка. Значит, смотри, Полин, а какого возраста должен быть молодой человек? От и до? Для меня, в смысле? Да, для тебя. Ну, тебе 19. Наверное, лет от 20 до 25. Так, ну мы с тобой старперы. Ладно, брюнет, блондин. Ну, не важно. А рост важен? Рост. У тебя какой рост? 1,60 м. То есть он, главное, чтобы 1,65 м уже годится, правильно? Да. Ну, отлично. Ну и зарабатывать сколько молодой человек до 25 лет сегодня в Москве может? Ну, чтобы вам было интересно в кино сходить, там, не знаю, пожрать. В Крым съездить. Вкусного, да. Ну, не знаю, чтобы мог за тебя заплатить там в магазине нижнего белья или что-нибудь типа того. Шутка. Ну, серьезно, вот молодой человек до 25 нормальный заработок. До 25? Да, вот для такого парня. Он учится еще до 25, о чем говорить? Давай, пусть сидит. Работает, давай, пусть, давай, подрабатывает, правильно? Давай, 25 лет сколько человек должен в Москве уже начать поднимать? 25 да. Или ниже? Ну, в 25 уже сколько? Намного больше, чем в 20. Сколько? Сколько в 25? В 25, наверное, ну? Тысяч. Ну? Ну? Вот я сказала 200. 200, отлично. Хорошо. В 20.00, а в 25. Адрес, куда, где тебя искать? Есть электронная почта, адрес. На мейле, там на гугле. Ну, такая, чтобы потом забыть про этот ящик. Скажи. Аполлинария, собака, inbox.ru. Так ты не Полина, ты Аполлинария? Ну, да. Аполлинария, собака, inbox.ru. Точно? Все, ну, беги. Все, пупсик, спасибо. Нам очень спасибо. Нравится, что ты утром в понедельник не накрашенная. Пока. Молодец, спасибо. А на кого учишься-то? Молодец, правильно. 25-200, все, запомнили. Отлично. Запомнили сосунки? Если вы не получаете 200 в 25 лет... Не пишите на адрес Аполлинария, собака, inbox.ru. Да. И у вас нет никакого права комментировать этот тест-драйв. А вы будете писать? У меня отличается и тот, и другой показатель от желаемого. Так что бессмысленно. Мне 43, короче говоря, ребята, сейчас будем брать
женщину в кожаных штанах. Девушку. Не женщину, а девушку. Да, девушку в кожаных штанах и ботфортах. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Добрый день. Можно вам пару вопросов про автомобиль? Пару Почему? Вопросов. У вас же минуту такие. Слушай, а сзади-то они не кожаные? Времени. Брат, я понял, в чем прикол. Ну? Кожа только спереди. А-а-а, согласен. Оленька, у вас есть машина? Нет. А у родителей? Нет. Вообще нет машины? А у молодого человека, у вашего? Нет. Нету? Нет. Хорошо, Оленька, тогда вы самый независимый эксперт, который только бывает. Оля, мы сегодня тестируем вот эту коричневую машину. А узнаете марку? Да, Kia. Kia? Да. Какое у вас отношение? Вот насколько эта машина престижная или наоборот такая отстойная? Ну, типа, едет в ней человек, и он нищий. Да нет, я не думаю. Мне просто кажется, что она более семейная, что ли. Ну, это от скольки, значит, лет, получается, для людей? Ну, я не знаю. Ну, во сколько лет уже эта машина человеку положена, как бы, вот такого типа? Ну, я не знаю, может быть, от 30. От 30, да? Больше. Как думаешь, а сколько она стоит? Вот минимум, ну не дешевле, чем сколько? Может быть... В мультах? В чем? В рублях, в миллионах. Я не знаю, ну может быть минимум. Миллион двести, да? Да? Слушай, глаз алмаз. Скажи, пожалуйста, ну и вот если бы рядом с тобой такая машина остановилась, да? А оттуда симпатичный, ну достаточно симпатичный молодой человек. Не такой симпатичный, как мы. Да, и сказал бы, девочка, ты мечта всей моей жизни, поехали со мной, ты бы села... Что у меня же молодой человек есть. А у тебя есть? Молодец, какая, молодец. Как его зовут? Валентин. Передавай привет. Привет Валентину. Он уверен, Валя, Вали, привет. Знаешь, не Ваня, а Валя. Валя, я и говорю. А передай Валентину привет. Вы же не видите. Он увидит, увидит. Мы точно тебе говорим. Это канал Израиль ТВ. Давай, говори. Валя, Валентин. Привет. А Вале сколько лет? 27. А чем занимается-то Валя? Ну, можно сказать, свой небольшой бизнес. Да. А сколько сегодня вот для молодого человека 27-летнего, как ты думаешь, нормально зарабатывать в Москве, но чтобы содержать семью или, по крайней мере, с девушкой мне... иметь возможность прогуляться по городу? Я не знаю, просто все в зависимости от того, ну, вот у тебя как ситуация запросы. Сложилась? Ну, я как бы не особо... Нет? Ну, сколько он, как ты думаешь, зарабатывает? Я не знаю. И машины нет? Нет. Молодец, честно. Значит, вот нашли, наконец, честного человека. Вот. Ну, детка, спасибо. Все, беги. Тебе огромное. Спасибо. Ты учишься или ты работаешь? Работаю. А кем? Как раз-таки у него и работаю. А, у него и работаешь. То есть молодец. Это харасмент, да? Он тебя соблазнил на работе. Ах, Валентин, ах. Валя, 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 все, беги. Ну, спасибо, пупсик, давай. Курение вредит твоему здоровью. Да. Да. Прости, пожалуйста, можно вас на одну секундочку буквально? Здрасте. На одну секундочку. Вы такая симпатичная, две минуты, в пуховочке. Про автомобиль можно вас спросим. Здрасте. Да, здрасте. Как вас зовут? Катя. Катюша, вы осторожнее через дорогу переходите с наушниками, можете не услышать сигнал семафора. Катюш, хорошо. Мы сегодня тестируем вот эту машину. Узнаете марку? Написано Kia. Kia, а модель, знаете, что это такое? Нет. Вы автомобилист? Да. У вас какая машина? BMW. Разговор, конечно, приобретает абсурдность некоторую. Как вы думаете, сколько она стоит, ну минимум, такая штука? 500. 500 тысяч? Вы когда покупали BMW? Давно. Слушайте, душа моя. 2 миллиона. Ну, а скажи мне, семейная машина для женщин больше, для мужчин. Для кого? Для пенсионеров? Ну, наверное, ну, понимаете, семейная. На семейную, да? Большая. Ну, от скольки лет вот человеку принято в такой штуке ездить? По возрасту? Ну, 30. 30, но не меньше, да? Нет. Ну, скажи, это вот какая ситуация? У человека все в жизни плохо, он растет. Не, не очень плохо. Не очень? Нормально, да, сегодня уже? Ну, значит, у вас очень хорошо, раз у вас BMW, да? Нет, у меня она старая. А вы кем трудитесь? В какой сфере? Переводчик. Переводчик? Это отлично. А с какого языка? С английского. С английского? Yes, yes, понимаю. БХСС. Душа моя, а у вас есть муж? Да. Жаль. Все, хорошо. А передайте ему тогда привет. Привет. Как его зовут? Никита. Никита, а скажи, пожалуйста, вот вы девушка, я так мудрая, скажи, пожалуйста, сегодня в Москве, чувствуете? Да, сегодня в Москве, а мужчина, чтобы он был готов содержать семью, да, сколько в месяц по сегодняшним ценам должен зарабатывать, вот, чтобы его жене было не стыдно сказать, вот мой муж меня обеспечивает и детей моих, ну минимум. Знаете, такую справку дают, получает на работе более 100 тысяч. Вот ваш такой? Более 100 тысяч? Сколько раз более? Оставим за кадром. Ладно, все, до спасибо свидания, большое, до свидания. Всего доброго. У вас всего очень доброго. Вот на вас штанишки сидят хорошо. Это ну давайте быстренько, давай. Телефон фотографируйте. Ну, что пока скажете за машину? Машина, ну дороговато. Дороговато для нее? Я считаю, ну а что да. Марка Kia сейчас, она вот на уровне чего?
Kia на уровне чего? Да, ну с кем конкурирует, как марка? Как все-таки Toyota. С Toyota. Я считаю, ну да, потому что они узкоглазые, узкоглазые есть узкоглазые. Понятно, ну логично, да. Ты нормально, не нацист, такие не расист, российские, нет, да. Хорошо. Значит, пацаны, может быть, в этой модели не так очевиден какой-то сильный прогресс наверх, потому что изначально Sportage, и это показывают данные продаж, машина популярная, то есть успешная. Играет она на рынке компактных кроссоверов и достаточно успешно это делает, правильно? Конечно, в наше время остается вопрос, почему она стоит 2100. Но это к любой машине сегодня можно предъявить такую предъяву, правильно? Значит, не хватает, с точки зрения Ивановича, шумоизоляции. Да. Мне не хватает более низкого лифта для сидения и чуть-чуть ее сидушку удлинить. Ну, как в Kia старший вот брат. А Sorento Prime? Sorento Prime. Выдвижная такая, да. Ну и, наверное, для большего комфорта можно в какой-то из комплектаций в полноценном GT сделать адаптивные амортизаторы, чтобы машина в городских условиях стала уже на 100% классной тачкой. Но уже сейчас машина интересная, правильно? Конкурентоспособная. Она стала лучше. И если у вас есть деньги, парни, да, то пошляйте. Да. А если денег нет, пишите по линии. Нет, Аполлинария. Аполлинария собака inbox.ru. Да, все. Пишите и говорите: ах, Поля, были бы у меня баблищи. Да. Вот так. А нет еще одного зонта? А пакета нет? Сеня, отдай кепку. Пакет отдай есть? Отдай кепку, есть пакет Prime. Пакет дай. Блять, ладно, хорошо. Ладно, сука, мы тебе это припомним в армии, блядь, через неделю. Хорошо, поехали. Большой тест-драйв представляет, дамы и господа, Kia Sportage или Kia Sportage 2016 года. Дорогие друзья, итак, пока вы смотрели красочные клипы от Дмитрия Альникова, пошел дождь. Это слезы конкурентов, которые падают на новый Kia Sportage.
так плачут менеджеры по продажам в автосалонах Toyota. Да. Значит, в каких автосалонах еще? Nissan, Volkswagen, Renault и в автосалонах Ford. Да, потому что это реально новая тема, парни. И, конечно, главное, что случилось с этим автомобилем. Кстати, вы можете видеть, что случилось с этим автомобилем. Иди сюда, сынок. Покажи, Сень. Вот предыдущий Kia Sportage или Sportage. Да, найдите 10 отличий. Сень, а теперь новый. Да, теперь новый. И, ребята, когда вы смотрите рекламное видео про этот автомобиль по всем телеканалам, вы обращаете внимание на то, что машина вам как-то не очень сильно нравится, да? Потому что... Кто тебе сказал такое? Это я себе сказал. Потому что с какого бы угла вы и даже вот сейчас не сняли эту машину, ее 3D-дизайн настолько разношерстный и, в общем-то, противоречивый, но в то же время модный. И вот эти фары накладные, которые лежат прямо, грубо говоря, на капоте, да, и отсылают нас мысленно к компании Porsche. И к автомобилю, как минимум, Porsche Macan, а да, может да, быть, да. даже и к автомобилю Porsche Cayenne последней генерации. И к автомобилю, который ушел с нашего рынка, Subaru Tribeca. Если сделать вот так, на самом деле, чтобы вы понимали, что этот автомобиль нарисован настоящим немцем. Так. Вот смотрите, вот я вам закрою вот так. Так. А чем не Porsche Macan? Да. Да, чуть-чуть поработать с решеткой радиатора, правильно? Да с ней убрать, поработали, брат. Убрать вот этот шильдик, и перед вами премиальный немецкий, получается, кроссовер спортивный. Да, ну давайте так, с боковой линии произошло меньше чудес. Показывай, Сень. Ну, то есть, как бы их вообще, в принципе, не произошло. Ну, в принципе, если посмотреть действительно на боковую линию предыдущего автомобиля, в предыдущем кузове, вот боковая линия осталась практически прежней, поработали немножко со стойкой, да, для того, чтобы улучшить обзорность. Мне понравилось, что в этой машине была попытка сделать плечо а-ля гольф, да, но только вот после заднего фонаря как бы линия плеча, она как бы растворилась в общих, так сказать, идем, разводах. Идем, Сень, обязательно надо показать задние фонари. Конечно, конечно. А мне так, на самом деле, и головная оптика, и задние фонари стали гораздо интереснее, гораздо современнее. Появилась, вот посмотрите, да, вот это такая псевдонакладочка, выштамповка глубокая, ниша, в которой находится номер. Ну и самый главный прикол, парни, теперь для того, чтобы открыть багажник, не нужно, как у конкурентов, елозить ногой, водить ногой под бампером. А что надо? Просто стоять, как Серега, встань. А у меня нет ключа. Брат. А где ключ? Не знаю. Сейчас, секундочку. В этом есть отличие большого тест-драйва. Все эти доморощенные автообзорщики готовятся, пишут все сценарии, заучивают текст. Ну, давай. Ну, вот я стою. Ничего. Ну, вот, наверное, типа, машина должна быть закрыта. Хорошо, закрыл. Так. Может, выключить огни? Нет, не надо. Долго стоять? Что-то фокуса не происходит, магии нету. А ты делал так? Нет, не делал. А где ты прочел? В инструкции. Дебил, в инструкции. Не, ну выключите, реально, выключите свет, выключите. Ну, хорошо, все откройте работает. Дверь. Значит... Откройте дверь. Открываю дверь. Багажник вырос не намного, порядка 490 с копейками литров, ну практически закройте. 500. Теперь отбеги. Беги. Еще. Беги. Теперь беги обратно. Давай, 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 сынок. Ну, давай, показывай. Ну, что ты держишь в руках, как будто у тебя пенис искусственный. Ну. Женщину надо, автомобиль-то, безусловно, женщина, ее надо лаской уложить сначала, объяснить. Ну, Сим-Сим, откройся. Короче, Сим-Сим не открывается, ладно. Короче, брат, что-то ты начитался какой-то херни. Значит, инструкция по применению не действует. Здесь у нас масло для нашей рубрики «Бывшие в употреблении». Так что, ребята, если хотите стать главным героем, пишите pr@btdrive.ru. Залазь в кузовок, сынок. Оп. Ой. Ну, совсем не намного, как я уже и говорил, подрос сам багажник. Ну, давай, ты поупорядочься. Вот, вот, пожалуйста. Так, отлично. Закрывайте. Прощай, товарищ. Прекрасно. Ну, давайте выпустим это животное. Выходи. Кстати, ты зачем вы оскорбляете меня? А ты слышал? Да, вы сказали, вытащим это животное. Но я сказал правду. В габаритах изменения произошли небольшие. Плюс 4 сантиметра в длину, плюс 3 сантиметра в высоту. Садись. Значит, все это по
заверению инженеров и конструкторов добавила несколько лишних миллиметров. Миллиметров? Да, миллиметров пространства задним пассажирам заднего дивана. Но посмотрите, появилась вот эта накладка. Это да? Audi Style. Да, Audi Style. Слушайте, Питер Шрайер, такое ощущение, что он затаил какую-то обиду на концерт Audi. Может, ему не выплатили бонус отступные? Наверняка. Ну, посмотрите, значит, и это у нас кроссовер. Понятное дело, что он стоит не как массовый автомобиль, но в целом, вот, пожалуйста. Вы покажите, кстати, нам углы наклона. Да, вы насчитали 7 штук. Да-да-да. И, кстати говоря, задний диван расположен, как мне показалось, чуть ниже, чем в предыдущем поколении. Как вам показалось? Да. Ну, вот, пожалуйста. Раз. Так. Два. Так. Три. Проходим стадию сколиоза. Четыре. А может, вот тут еще есть? Может, 7, да, все-таки? Раз. Как вы 7 сказали? Не, ну есть, есть. Тут просто надо щелкать. Ну, у вас не настолько тонкие пальцы, правильно? Да, не настолько тонкие пальцы. Нет. Зато у нас регулировки. Есть подогрев заднего дивана двухзонный. Не в каждом автомобиле в этом классе можно встретить подогрев. И нет у нас регулировки по продольной регулировке Зато заднего дивана. Зато у нас есть штатная тонировка, у нас есть стеклянная крыша. Так, да, ну, хрена всего то, есть. То, как автомобиль выглядит внутри, мы обязательно вам покажем, буквально через несколько минут. Ну что, и еще... Как выглядит двигатель, вас тоже это очень сильно интересует. Конечно, конечно. А диски вот вам раньше не нравились такие, теперь нравятся? Диски? Так, вот первый минус, давайте считать минусы. Первый минус, крышку капота приходится придерживать в ручном режиме, да? Да, для нет того, чтобы самых... поднять. А конкретно на нашем тесте сегодня автомобиль с дизельным мотором мощностью 185 лошадиных сил. Это двухлитровая четверка, турбированная. Значит, помимо нее на рынок поставляется еще стоковый двухлитровый 150-сильный мотор атмосферный. И в комплектации GT Line будет доступен мотор 1.6 турбо, ну, тот, который был нам знаком по Kia Ceed, турбированный, да, мотор этот, и по Tucson. Вопрос сразу. Да. Вопрос. Вот люди говорят, они сразу пишут в комментариях. Скажите, да. Вот таджик, он готовится к программе. Скажи, да. Как ты готовишься к программе? Ну, за неделю до выпуска, до записи я начинаю читать материал. Да, разучивать, потому что с памятью у меня плохо. Так. Атеросклероз, сосуды 70-летнего старика. Кстати, такой него, диагноз поставили мне совсем проверьте недавно. Ваши сосуды. Да. Приходится за неделю, вот представляете, вот выписывать, читать, заучивать, зубрить, повторять постоянно всю эту информацию техническую, потому что в Сереге в голове вообще ничего не держится. Вот, в принципе, как только мы закончим снимать наш выпуск, эта информация моментально просто исчезнет. Нет, я даже не буду помнить, что эта машина была у нас на тесте. Да. Значит, хочу обратить внимание, у нас не топовая комплектация. В комплектации GT Line у вас здесь будут светодиоды, 4 светодиода таких, которые да. были у нас опять же в Kia Ceed. Ну, помнишь, да, вот это решение, тогда эта тачка будет... Ну, там процентов... больше хрома. Да, больше хрома. Вот здесь накладочка у вас хромированная будет сзади. Короче, и эта тачка будет вообще процентов на 70 повторять, да, ну, как бы стайл Porsche Macan. Porsche стайл, так Por- и говорит. Porsche стайл. А какой дорогой цвет Tobacco, а? Да не, очень неплохо выглядит тачка. А что со светом? Ты же ночью ездил. Свет шикарный. Свет шикарный. Свет шикарный. Никаких вопросов к свету. Отличная динамика, кстати говоря. А к свете есть вопросы? К свете? И к свете, ну, кто? Давай так, к одной из свет. Есть вопросы. Есть вопросы. Ну все, в салон, парни. Да, в какой салон? В кабину. Ну, в кабину, хорошо. Дамы и господа, леди и джентльмены, добро пожаловать в новую реальность. Я бы сказал так. Inspired by Porsche. То есть переведи. Вдохновлено Porsche, потому что мы уже с вами в старшем брате модельного ряда Kia Sorento Prime. Kia Sorento Prime, у которого появилась наконец раздвижная сидушка. А, к сожалению, в нашем Kia Sportage как бы раздвижной сидушки не появилось, то есть она стабильная и, честно говоря, немножко задранная кверху. Мы еще раз обращаем внимание корейских автопроизводителей, ребята, которые внимательно смотрят да, большой тест-драйв. Да, когда вы разворачиваете, грубо говоря, водительскую часть торпеду на водителя. Как в BMW. Когда вы обращаете на него дефлекторы этого центрального, так сказать, воздуховодного узла, вы вот понимаете... Это нормально. Ты сейчас да, завернул. Вы понимаете? Центральный воздуховодный УЗИ. УЦВУ. Когда вы разворачиваете ЦВУ на водителя, опустите немножко сидушку вниз,
Дайте водителю почувствовать себя пилотом очень спортивного, действительно, не только по названию, но и по динамическим настройкам трансмиссии двигателя аппарата. Потому что с точки зрения интерьера и его дизайна, это спорт. Да, ну, как бы все говорит, вот, что это спорт. Высокая, да, вот эта вот грань, соответственно, грань остро отточенная. Торпедо, да, которая идет вверх. Причем, ребят, посмотрите, вот здесь мягкий пластик, вот здесь твердый пластик, но они подобрали текстуру и фактуру, и все это вот такой один ансамбль. Да. Значит, посмотрите, в топовых комплектациях доступна прострочка пластика нитью. Да. Пластиковый, интересно, это или натуральный? Это создает не то чтобы иллюзию, а гармоничное ощущение большой стоимости этого автомобиля. Да, значит, посмотрите, здесь вот у нас центральный блок управления климат-контролем, да, и мультимедиа-системой. У нас, значит, мультимедиа-система топовой комплектации, JBL, в принципе. Как говорят знатоки, JBL. JBL, неплохой звук. Очень неплохой, значит, звук. Значит, что у нас есть? Вы посмотрите, для автомобиля, который позиционируется все-таки, да, как middle-class. Middle-class. Есть обдув, обдув, понятное дело, подогрев, есть подогрев, да, руля, да, но... Но очень плохо, что, к сожалению, в Россию ни одна из комплектаций, поставляемых Kia Sportage, не комплектуется знаменитыми уже у корейских... Нитками. Да, у производителей ниток в лобовом стекле. И нет ни единой комплектации с этой опцией. Это очень плохо, потому что, напомню нашим дорогим товарищам корейцам, в России бывает не то чтобы суровые зимы. Зимой, на самом деле, это даже не нужно. А вот в межсезонье, когда у вас за ночь температура резко падает при большой влажности... На лобовом стекле образуется, особенно при сильном ветре, корка ледяная. И пока ты дождешься, пока нагреется, извините меня, значит, водища, ну не водища, а охлаждающая жидкость в системе двигателя дизеля, да, пока она нагреется, пока начнет тот теплый воздух оттаивать ваше лобовое стекло, пока вы начнете скрипсти, да еще и, например, на сильном ветру, конечно, без подогрева нитками обойтись сложно. Хотя мне, знаете, рассказали тут новое хау. Ноу-хау. Новое хау. О! Короче, ЦВУ, знаешь, что новая люди, хау, люди устанавливают для таких людей, у которых нет ниток, а автономный подогрев бачка омывателя? Я, к сожалению, не спросил, почем это удовольствие, но я думаю, тысяч, наверное, 20. Ребят, напишите в комментариях к этому видео. Короче, эта штука греет воду, ну, в бачке омывателя. И ты прыскаешь на стекло уже теплой водой. Ага. Единственное, что у меня возникает вопрос, что если, например, стекло охлаждено до минус 30, а ты нагрел эту воду хотя бы до плюс 5, то вот этот контраст температур, мне кажется, может привести к трещинам. Хотя человек, который мне об этом рассказывал с гордостью, именно в официальном дилере, правда, кстати, не Kia, а конкурирующего, так сказать, предприятия, он мне сказал, да не, ничего не треснет. Знаешь, про задницу тоже говорят, да, не треснет. Жопа не треснет, а она трескается, и потом в метро заходишь, а там объявление, безоперативное лечение трещин. Да. Просто наш сорежиссер Дмитрий Аликов попросил нас сжечь и шутить. А что побольше может... жогова, он сказал, парни. Да, да. Что у нас есть, значит? Два сразу, смотрите, два источника 12-вольтовых, да. Есть у нас AUX USB, тут здесь пусто. Нет. Значит, у нас хорошая комплектация, у нас полноприводная версия, правильно? Поэтому да, есть даже блокировочки. Самая удобная есть кнопка, которую можно себе представить в автомобиле, который позиционируется еще и как городской автомобиль, это автохолд. Да. Параллельная, да, у нас парковка? Или, да, и параллельная, и, господи. Ну, как вы называете это слово? Вот какая? Парковка? Параллельная. И перпендикулярная. Будет? Как? Перпендикулярная. Ёмана. Так вот, мы еще начали, погоди, мы на все это обратили внимание. Ребят, самое-то первое, что бросается в глаза. Порше обратно. Значит, мы снаружи обратили внимание уже на оптику, да, на переднюю, как она расположена. И, конечно, вот эти воздуховоды, они не в точности повторяют, конечно, рисунок, то, что у Porsche Cayenne в салоне, да, но именно идеология вокруг экрана расположения, да, мультимедийного, и вертикальные вот эти вот воздуховоды, дефлекторы, да? Вот если вы сядете в свежий Porsche, вы увидите там точно такое же решение. Ну, в принципе, если вот закрыть вот так и вот так вот сень,
то это очень похоже на немца. Более того, вот эта часть, да, вот видите, вот вынесенная... Ну, ну чтобы как-то отделиться, да, от пассажира. Да, вот эта вынесенная правая часть торпеды, да, и вот этого центрального тоннеля, это очень на Lexus на тот же самый, да, они выделяют. Ну, вот эту... Асимметрия. Часть, асимметрия и части, которые имеют отношение, ну, к водителю. А, нет, к Lexus больше вот эти вот висячие это, сады, многоуровневые, да, как, да, бы, да, вот эти вот, да. Короче, всего понемножку понахватали, но сделали это, ну, такая работа проведена достойная, ребят. Правда. Значит, у нас панорамная крыша. Не знаю, насколько она вот функциональна и нужна вам. Очешник. Что у нас здесь еще из каких-то фантастических таких наворотов есть? А, ну и включи, включи. Давайте включим, посмотрим, Сеня, как графику будет работать у нас графика. Вот у нас проверка системы. Как бы всегда мне нравится. Отсканировали сами себя. Да, и если включить мультимедиа-систему, выключаем мы аудио. Ребят, обращу ваше внимание, так, ну, помимо Bluetooth там и всего все остального, дела, да, все дела, ну, вот сюда мы, вот в настройке есть, вот представляете, раздача, раздача. Даже уже в автомобилях такого класса появилась возможность через сим-карту, да, раздавать, я не знаю, куда они ее засунули, раздавать, в общем, этот, как его, Wi-Fi. Для пассажиров, не знаю, насколько он водителю интересен. Но здесь все на своем месте. Единственное, выведены температурные показатели на центральный вот этот блок мультимедиа-системы. Может быть, не очень удобно. Да, ребята, потому, что... и снова я заостряю внимание на мелочь, потому что мы стремимся к тому, чтобы автомобили становились лучше. Да. И в отличие от некоторых значит, представителей официальных автопроизводителей, которые считают, что наша задача залажать автомобили, или это, наоборот, вылезать. Это неправильно. Мы указываем на недостатки, которые имеют практическое значение для пользователей с большой родословной и с большим пробегом в сутки. Так вот, мне, опять же, как и в Kia Sorento, Сеня, покажи центральный дисплей, не хватает часов. Потому что, когда вы выключаете магнитолу, у вас, соответственно, гаснет режима показа часов. Есть, должен быть. Нету? Есть, должен. Мы просто, ну, давай, не нашли, покажи, наверх. Покажи. Но в любом случае, я привык смотреть на приборы. И когда я еду, мне нужна какая информация? Понятно, мне нужно знать, какой у меня есть остаток по топливу, да? Вот у меня полная информация, Сеня, покажи. Вот у меня 107 километров осталось, у меня есть средний расход. Все нормально, температура за бортом, ну, общий, ну, пробег. Вот, вот, посмотрите, есть, ну, есть, да, можно, нет, ну, настроить. Выключи. А, есть, да? Есть, есть. Но это в настройках. Хорошо, но мне все равно не хватает еще вот здесь часов не центральных, а часов вот здесь. Я люблю... Ты смотришь туда. Да, я же еду и смотрю туда, получается... А вы смотрите сюда. Ну, хорошо. Для вас же развернули торпеду. Короче, ну что из кайфов здесь еще есть? Я не знаю. Ну, все остальное, наверное, все остальные ощущения уже в движении, да? Хорошие зеркала. Да, стойки, стойки. Несмотря на то, что кажется, что кузов этого автомобиля практически идентичен предыдущей версии, да, тем не менее стойки изменили немножко свой угол, свою ширину и не заслоняют движение, да, обзор во время движения, как было прежде. Посмотрите, немножко. У нас здесь есть место для беспроводной зарядки вашего Android-смартфона. Но это не Android-смартфон. Это не Android-смартфон, к сожалению, да. Да, чувствуешь себя ущербным, да, человеком. Эй, вот. Apple, сделайте нам возможность Apple заряжаться. Apple. В Kia. Apple. Так, ну что? Ну, давайте проедемся, да, и посмотрим, проедемся, на характерные особенности движения этой тачки, потому что у нас машина не в внешнем обвесе GT, но GT зато Line. У нас есть все навороты в плане новейших электронных приколов, и типа, например, удержания в полосе. И, ребята, эта система в этой тачке работает круче, чем в любой другой, оснащенной такой же системой. Давайте посмотрим. Ну, ребятушки, что касается ходовых характеристик этой тачки, то надо сказать, что проехав на этом автомобиле порядка 500 километров, я четко понимаю, что флагманом у Kia по тонкости технических настроек является Kia Optima, да, которую мы очень сильно хвалили. В комплектации GT.